Крах видеохостинга Рутуб, ленд-лиз США и Украины и новые санкции. Здравствуйте, с вами Любовь Орлова. Мне кажется, что новости о санкциях стали для нас чуть ли не повседневными. Япония ввела санкции в отношении 133 человек, включая премьера России Михаила Мишустина, замсекретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева и родственников бизнесмена Геннадия Тимченко, а также руководителей Луганской и Донецкой народных республик. Санкции предусматривают заморозку активов. Япония также ввела санкции на экспорт в отношении 71 компании, в том числе против концерна по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз Антей» и по корпорации по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение». В продолжении темы Японии министр экономики, торговли и промышленности страны Кэйти Хагиуда заявил, что Япония в настоящее время не может немедленно и полностью отказаться от поставок нефти из России. По его словам, в то же время они готовы постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов. Евросоюз может ослабить нефтяные санкции против России. Это касается перевозки нефти европейскими танкерами в третьи страны. Греция просит исключить это из 6-го пакета санкций. Получается, что некоторые страны топят за экономику России и за свою. То есть не все против России. Однако у стран Большой Семерки отсутствует единая позиция по данному вопросу. Греции принадлежит более четверти нефтяных танкеров мира, поэтому ее экономика в значительной степени зависит от морских перевозок. Российский аналог YouTube потерпел крах. Рутуб подвергся крупнейшей кибератаке. Сервис недоступен с утра 9 мая. В компании заявили, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса. По словам представителей, она была заранее спланирована, чтобы помешать Рутуб показать парад победы и праздничный салют. При входе на сайт появляется вот такой баннер. Источник, близкий команде видеохостинга, заявил, что сайт не подлежит восстановлению из-за полного удаления его кода. А ведь многие вложили туда кучу времени, денег, а сейчас им остается просто ждать и надеяться. Как вы думаете, смогут они восстановить Рутуб или это безвозвратно? Пишите в комментариях. Сбои в работе были не только в Рутубе, но и в государственном ресурсе «Лента.ру». Но сбой ли это? Утром 9 мая там появились несанкционированные посты с критикой Путина и ситуации на Украине. Перед каждой такой новостью висел дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за публикацию администрация президента раздаст звездюлей. Они исчезли с сайта в районе 10:30 по Москве. Сперва в интернет-издании заявили о взломе. Затем ответственность за публикации на себя взяли руководитель отделов экономика и среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. А также в их сообщении говорилось: «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище». Поляков заявил, цитата: «После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которых можно посмотреть без VPN. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий. Поэтому мы с Сашей решили, что такой перформанс будет единственно верным. Мы отобрали 40-45 новостей, которые российские СМИ начали замалчивать, и расписали их максимально подробно, стараясь не впадать в пропаганду наоборот». В продолжении темы Украины президент США Джо Байден подписал закон об отправке помощи Украине по программе «Ленд-лиза». Закон предусматривает, что у американского лидера будут широкие полномочия для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества. Как вот вы сдаете квартиры, так они же сдают оружие. Ну, типа того. Я благодарю всех спонсоров и донатеров. Вы помогаете нам нести правду людям. Ваша поддержка для нас очень важна, потому что других источников дохода у нас нет, потому что Google отключил монетизацию по всей России. Поэтому есть только вы. Из-за нехватки финансирования на этой неделе не вышла «Надежда», а сейчас собираем деньги на веру. Себестоимость одной программы 9000 рублей. Если вы хотите ее увидеть, помогайте нам в это сложное время. Ссылки в описании.
Что же у нас в стране делается для развития? Правильно, создаются рабочие группы. А работают они или нет на самом деле, это очень некорректный вопрос. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по разработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Рубль в данной системе должен быть обеспечен золотом и товарно-валютными ценностями. Его курс при этом предлагается привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности. Так, по их мнению, доллар должен стоить 26 рублей 37 копеек. Как они хотят привести доллар к рублю по такой цене, если часть золотовалютных резервов находится на Западе? Пишите в комментариях. Биткоин упал до минимумов лета прошлого года. Цена криптовалюты в ходе торговой сессии опускалась ниже 30 тысяч долларов. Исторический максимум биткоина был зарегистрирован в ноябре 2021 года и составлял более 67 тысяч долларов. А у меня на этом все. Ждем вас в нашем телеграм-канале, где ежедневно выходят новости. С вами была Любовь Орлова.